Дорожный маячок. Белгородские школьники изучают правила движения в игровой форме. Познавательное занятие в рамках тематической федеральной программы провели в 43-й школе областного центра. Михаил Перетокин оценил предложенную методику. Так, ребятки, сейчас я проведу такой конкурс под названием «Где логика?». Знаете такую игру? Конкурсы популярных форматов, песни-переделки, сценки, мастер-классы и викторины. Программа организаторов информационно-пропагандистского мероприятия «Дорожный маячок» на сцене 43-й школы Белгорода пускай короткая, но насыщенная. Чтобы с первых минут привлечь и удерживать внимание детей, гости из Москвы строят свое выступление в интерактивной форме. Так, мы сейчас с тобой разберемся, где рекомендуется носить световозвращающие элементы. Вот представь, что мы с тобой сейчас переходим дорогу и встанем боком к нашим зрителям. Боком, вот так. Вот где мы с тобой повесим световозвращающие элементы? На плечо, правильно. Мы повесим на плечо. А для пущей уверенности мы еще это сделаем на запястье. Световозвращающая повязка – необходимый элемент. Так, в темное время суток человек заметнее на дороге. Чем раньше водитель сможет увидеть препятствие на пути, тем быстрее он совершит маневр и предотвратит несчастный случай. Организаторы мероприятия уверяют, такая информация будет полезна не только школьникам. Это важно почему? Во-первых, мы рассказываем это детям, так как это подрастающее поколение, оно будет знать об этом и будет применять это на практике. И так как это молодое поколение, может еще рассказать это другим детям, родителям, научить это и все-таки дать зацепку, задуматься, что все-таки дорога – это тоже небезопасно, и мы все-таки можем вместе, все вместе дружно собравшись, обезопасить не только себя, но и свою жизнь. Мне, наверное, понравилась программа «Где логика?», потому что было очень интересно. Ребята отгадывали всякие загадки, призы были красивые. Мне больше всего понравилось то, как нам рассказывали про функцию светоотражателей и то, насколько это важно. Всероссийский проект «Дорожный маячок» – это федеральная целевая программа, созданная совместно с Госавтоинспекцией и поддержанная президентом России. Организаторы информационно-пропагандистского мероприятия посетили уже 6 субъектов страны – Новосибирскую, Тульскую, Ярославскую и Пензенскую области, а также Республику Саха и Кабардино-Балкарию. Теперь очередь дошла и до нашего региона. Программу готовили совместно с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции, поэтому правила поведения на дороге для детей доводятся в полном объеме. На территории областного центра за 9 месяцев текущего года произошло 206 дорожно-транспортных происшествий. С участием детей произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. По итогам мероприятия победители конкурсов и викторин были награждены модными светоотражающими браслетами, а каждый участник – световозвращающим брелком. Следующим регионом, куда направятся организаторы «Дорожного маячка», станет Московская область. Михаил Перетокин, Андрей Андрейко, к этому часу, Белгород.